Ну вот, ребята, давайте сделаем сегодня обзор, какой алкоголь продается в Соединенных Штатах Америки. Вот это вино можно купить за $9.99 по скидке 8.99, ну плюс налог. Так, вот бутылочка вина с буквой Z. Не знаю, вкусная или нет. Вот за $15. 19 преступлений называется. Так, идем дальше. Алкоголя в магазинах очень много. Какого только нет. Ну, я считаю, что вот эти ряды, которые по $10-15, они очень дешевые. Потому что синьку, как говорится, можно взять на любой вкус и цвет. Даже за $2.99, смотрите, $2.99 бутылка какого-то полувина, $5.99. Но это все, знаете, не паленка. Это все винцо будет натуральное. Полки, которые повыше, подороже, вино покачественнее. Даже вот есть бутылки $35, и у них наверху крышки, без которых, ну, короче, чтобы не украли. Вот так вот, чтобы вы понимали. Я не разбираюсь, конечно, в разных видах вина. Red Velvet, Cupcake. Но выбор огромный. Смотрите, полки просто забиты алкоголем. Вот это такие виды вина для девушек, наверное, со всякими вкусами. Шампанские. Цены совсем не кусаются. Где-то, конечно, вон $25, 18. Но, как и говорю, для любого потребителя. Внизу самые дешевые цены. $9, 7. Даже вот есть $5.99. Винцо. Здесь, с этой стороны, я думаю, посолиднее виды вина. Уже бутылочки какие-то, наверное, более профессиональные. На них написано урожай года какого. Вот 21 год. Урожай 1980-го. Даже не знаю, насколько это правда или нет. А, нет, урожай 20-го года. А компания, наверное, с 1980-го. Вот президент Соединенных Штатов Америки. Нарисован, даже фотография сделана на бутылке вина. Американцы, конечно, очень большие патриоты. Они используют флаги своей страны на всем. Даже вот на вине. Флаги, изображения президентов. Бутылки, конечно, очень красивые. Что тут говорить. Цены, видите, все в долларах, плюс будет налог. Но это полки с вином. Сейчас пойдем к более дорогому, где есть шампанское. Вот, кстати, полки с шампанским разным. Начиная от $69.99. Кто соображает, кто шарит, пишите комментарии. Стоит. Ну и вот по 14, по $20. Обычное вино. Мартини, вот, которое многие любят. Цена $12.99 по скидке. Так что цена не так уж и кусается. Вот тоже различные сладкие все вот эти шампанские, вина. Вот всякие маргариты, которые уже, вон написано, ready to drink. Это значит готово к питью. Просто наливаешь в стакан и пошел хлестать. Вот ряд с дорогими, видно, брендовыми алкогольными напитки. Цены на них, конечно, вон $366, $287. Они закрыты в красивых упаковках. Наверное, качественные продукции. Вот текила есть. $47.99. Вот урожай 2016 года. Бутылка на Мерлот написано. $104.99 будет. И будет даже финальная цена $94 по скидке. Вот бутылочка какая-то. $238. Виски.
Вот здесь специально стоит камера, она пищит, чтобы вы понимали, что вас снимают и не вздумали ничего украсть. Здесь ряд пива, даже не буду его снимать, наверное. Цена, в принципе, наверное, как и везде. Вот известное всем пиво, многим оно нравится. 10,99 за 6 бутылок.